Мана. Проходим. Он писал что-нибудь, насколько он ушел? Ну, все отлично. Обновите бафы, на народ будет булим. Чек на баф на пол. По Гере Bloodlust не маст таунтом. Наверно, решал Джокера. Да ты там? Монка подними же, наверное.
шумим, блядь. У нас фул. Тихо. Что-то нам кого-то не везет вот совсем. Угу. А что вы хотите? Шею? Да. Куда ты ливнул, Гевка? Я же написал. Не, не видел. Лут раздаю. Еще раз, чего? Вообще, стендбая нету, я тебя начислю отдельно, я тебя понял. Зачем он тебе? Ты должен был бороться со злом. Хоть правильно сидит. Ну как зачем, блядь? Я вот хоть палом хочу поиграть. Просто палом. Бороться надо с совами. Конечно. Пианисту напиши. Что, у него личный холодильник есть? Блин, у него и так есть паладин. Холли Пал есть, на. Я знаю, у кого личный. Кого? Кирса. Попей тебе его подтвердить. Что-что его? Подтвердить говорю, никак. Укуси, что ли? Ну, укуси, кстати, да, неплохой холик очень даже. А чё, пуси забил, что ли? Там, разве неплохой рейд. Он был бы не ходит, если бы он мне его отдал. Ну, типа, может, есть какие-то такие челики, которые на игру забили. Я однажды один перс так достался. Но, как ты сказал, он может вернуться месяца через 3-4, если вдруг ему захочется снова поиграть. Если начнется зима и холодно будет, да? Я ему там месяца два назад написал в Discord, он мне до сих пор не ответил на то, что там Мазару поставил. Так что это вряд ли уже случилось. Диван.
Блядь, кто это сделал? Иван, блядь, Иван. Да никогда ходить с танком, нахрена вы это делаете? Короче, ладно, на следующем КД вот за эти прикольчики КП будет начисляться, задолбали. Так это я сагрил, случайно. А, то есть даже не ДДшка? Нет, там просто трэш сильно близко подошел ко мне, и он агрится вместе с боссом. А ты давайте там резайте. Ты же так далеко убежал. Не, меня в эту, в гробницу закинуло. Да тут просто у ДВшников все время РДДшки лезут, совы там всякие еще кто-нибудь. Начинают херачить. Че сразу совы-то, ну? Ну потому что серьезно, совы. Уже были неоднократно за этим замечены. ДВ-рейди, по крайней мере. Совы пушистов, он тут наезжает. Не наезжаю, а переезжаю. Разные вещи там, по ушишке. Давайте бафайте шустрее. Ладно, ты очень скромен. Одного Мурлока привел. Привел того, кто сагрил. Вычислил его по IP. Помянем кота. Алкохэм сегодня будет? Скорее всего нет, у нас танка одного не хватает. Ладно, давайте удачи. Давай. Ну это последний. Босси Блэк Келлер, 2 пала на трэше. Нет, тут все по-другому. Ловим в одном месте, вот здесь где-то темы стоят. И все. Еще раз по-русски. Видишь тотемы, вот я прыгаю. Да. Первые две пачки ловишь, наагриваешь и под босса. Босс проходит танчес. А, я понял. То есть мы все две пачки будем ловить четко здесь, именно как они будут приходить сюда. Да. Чек на пул.
центру все сдриснули за колонну, шустро. РДДшки, заходите, глузы, не стесняйтесь. Будете увешать по трэшу, который будет подходить, переагрить. Как-то выражаетесь двусмысленно. Проходе, поглубже. Не-не-не, ты первый я заберу. Не агри. Просто лужу лей на всякий случай за мной, чтоб если пройдут. Ты как-то манна улетела моментально. Да ты мы есть на манну, нет? Я ему сдам. Сейчас подойду. Как поставишь, скажи. Меня можно на опыте не выбрать. Все, я и тебя сейчас на агро завожу, дальше ловишь. Ловить просто за спину, босс? Да. Да. В мили кэмп ставишь и все, там все, уешься. Все, этих сейчас ловлю и подвожу под босса, верно? Да, только в сторонку сначала отведи на агре, что под АУЕ не сорвали. Лучше крылья прожать. Жигнаем, ты первый на сдохнуть. Я привел под босс.
способность. Кого-то я, кстати, не понял, перчатки сваешь, там, типа, только броню добавили там и все походу, да? Ну, я не знаю, там просто написали, что и поправили чуть-чуть и все. А что поправили, конкретики нет. Я типа, конечно, почистил, там броня появилась. А, короче, вот эти запасы роботы, я посмотрел, они все еще не из... Типа, в путеводителе и этом Атлас Лути. А, Вага, я сегодня смотрел, что там Дозерон писал. Он сказал, те, у кого, кто уже выпил, они у них не изменятся. А в боссе с новым айдишником они бежат. Ну, только мы Вайш, типа, только сегодня убили ДВшниками. Я смотрю, там броня вот появилась. Он за запястье. А, я понял. В этом. А, в роботе только. То есть есть шанс у основного рейда западного увидеть. Пага слабо также. Чего? Ну порог. Перепрыгивай. На. А, ну так мне интересно. Че еще круче было? Ну такое. Рано поднялись. Туда куда-то пошли. Кто вас сюда завел? Сусанин. Накл Сусанин. Тыкните шкаф, суманите Настю. Козу.
Что такое? Это у Ешки воронки. В обычках. В целках я народу. Офицеры замы, соответственно, я. Сутки ходим где. Пока что. Потом пытается. Да ну нафиг эти ачивки. Случайно сделать их, хрен с ним. Что за ачивки? Ну смотри, под конец там уже прочно трогаем объем босса, надо просто чтобы ковар на последних там условных 300 хп резко его перевел на другую сторону, и мы ее сделаем. Ну ты же знаешь, у нас ребята любят подолбить кнопочки, дамаг не сто. Там мало ли что случится. Там 1000 хп останется, кто-нибудь сдохнет. Так ты с командой просто 100 МПС. А я говорил, ну ты что, ну ты же знаешь, не помогает такое действие. Не говори, могу. Не говори. Просто там... Делается просто. После команды 100 ДПС говори, что обнуляется рекаунт. Все надымажил больше 10к, получают за каждый К 100 ГП. Я типа не очень трезвый, я тут по кнопкам еле попадаю. Блять, ну сложно немного. Это надо перевести для чего? Обновить рекаунт сбросить сложно, да? Или вы говорите свои кнопки попадаю, я об этом. Количество ГП. Кстати, Вага улыбается, это что-то хорошее. Короче. Под конец мы просто не добиваем, мы же уже не свечимся по трэш в самом конце. Просто бурстим босса, надо чтобы тому на условных 300 тысяч. Вага, ты скажи, вот слушайте вот этого товарища авторитетного. Ну все, скажи. Я буду ГП давать. Ну ладно, Кирса слушать. Я ГП начислил. Так что развлекайтесь своими ачивками. Чек на пул. Сразу уточню вопрос, на всякий случай. Здесь просто танки, как обычно, ловят с двух сторон мобов и подводят под босса. Нет. Как вы убиваете тогда? Смотрите, знаешь, по танкам. Ават у нас на боссе. Блэк, два правых моба. Пил, твои два левых. Сейчас как стоим лицом к боссу. Мобов сагрили, трит набили, завели под босса, все это уешится. Все, все как обычно, понял, спасибо. Кирс, я понял, что сделать перед лоу хп босса. На 300 тысяч просто его перевести на другую фазу. Появятся мобы, мы его добьем еще до того, как эти мобы на кого-то пойдут. Если сможешь так делать. Если не сможешь, ничего страшного. Перевожу. Мунка, поднимай Хирси. Мозер, хватит слакать. Джектор зловит доллары, скиньте на всякий случай.
перевожу. Дай сальву, пожалуйста, есть? По кому сальву? По Долорус. Дал. Неликс, сейт тайм. Перевожу. Добейте трэш, переведу после трэша. Беду. Сейчас переведу, играем чисто по боссу, трэш не трогай. Веду, перебегай. Далеко только не отводи. Танки, не подводите трэш под босс, отойдите. На трех лямах резкий перевод делай. Собьет. Чего вдруг? Ура, о, это ради чего было, да? Три. Да. Красиво. Умерла только сова. То типа вот, жертву смотри, принесли смотри. Сову за ачиву, да? Да-да-да, смотри, и тренька выпала. Конечно, слушай, сову в жертву. Ачивки сразу же, лут нормальный. Классик жанра же. Гевку еще не хватает. Раньше про товары в жертву приносили, теперь сову. Че на профи там у нас, какая ачивка не сделана? Там не пользоваться легко. Это в обычке очень легко делается. Какая тренька у вас выпала? Танка. Которая нормальная. Нет, сова должна спулить босса и умереть. Да так тоже нормально. Вам что, глаза выклевать или что? А вдруг она улетит? Кто, сова? Ну как топор вот, вниз, блядь, прям в свете. Вот, блядь, я как Фрэкенбок, нахуй. Фрэкенбок. Улечу, ой, как Карлос там. Типа, улечу, но буду обещаю, что вернусь, нахуй. Вот и ждите меня. Васгард с Ревенер, этим, как Ревенер, с ним соревноваться будешь. Вот, да. Наконец-то достойный противник, блядь, как говорится. На тебя кислорода просто там не хватает. Там уже, наверное, фулл брюли. Ты вообще этот в рейд там не хочешь вернуться, а девка? Там есть народ. Чё нету ты? Народа. Да, там на замене было по две пачки. Мне вот надо после ТС пойти. Поэтому тебе после придется пойти. Вайш мы сейчас пойдем, да. Ну, красный другой на магию. Ух, смотри, не затягивай.
Ну тут как купы прожимать там. А ты вот возьми, помоги. А, ну да, я прожимаю один куб, так бегу на второй, и потом, блядь, под плаской, бегу на третий. Ой, ладно, ты хотя бы один куб ты нажми, ну что ты, пиаришься-то. Я вообще тут с тобой запизделся, чуть в портал не летел, обратно в Регримар. Правильно, зачем тебе Патридон нужен-то? Вы как просачиваетесь через ворота? Маслом измазывались. В лимбо играем. Просто. Я застреваю в них, блядь. Не могу пройти. Надо меньше есть. Элбрил, у тебя просто кость широкая. Есть промоут. И все. И нормально там можно... Вставляйте меточки. Означайте хотя бы хилов. Все, смоньте меня, я застрял. В прошлый раз у меня там кнопка не работала. Две замены. Не, у меня кнопка работает, но вы, блядь, все проходите без кнопки, а у меня с кнопкой, блядь. Я что, разводящий мостов, что ли, или что? Устроился на подработочку? Если меня услышали. Воет, Лорус, Кирс, кто-нибудь там метки расставьте и хилок назначьте. И можно суманинуть, соответственно, вместо Насти Шмуратосину, вместо Мунки, вот эту никнейм. Я, кстати, тоже могу совиметь. После ваш посмотрим. Мне просто надо отойти встретиться с человеком. А чё там, барахольщикам шапка нужна кому-то или нет? Дроидовская. Да, Монороту. Последний кусок остался на танка. Че? Чё, у нас теперь протокол будет просто медведем и котом, что ли? Все, хилы, у меня манги. Я ребут что-то делать. Кто по танкам на бэсе? Ну ты с Блэком, Пиуретрика. Шторм, Луна, Кирс, Звезда, Шмуратосина, Кружок, Элбрил, Ромбик, Мосса, Треугольник. Я знаю, что Кирс. Чё там, Миликов ещё надо, да? Будет Звезда. Кого не надо? Хилов расставил, всё, РДДшки, Милики, там всё, чек на пол. Вопрос. Тут Пью никогда за ДД не был. Пару слов о том, что ему здесь надо будет сделать. Просто бьёшь босса. Бьёшь босса. После этого наступает вторая фаза. Там воронки поднимите. Зеленого моба спускаешься вниз, убиваешь, поднимаешь сферу, перекидываешь варлоку. Если зеленого моба нету, вниз не спускаешься. Бьешь элементали, которые поднимаются и идут генератором. Все предельно просто. Понял, хорошо. По метке Пью, получается, в какой метке стоит? Там, где меньше народа. Зеленый, синий, они все синие-зеленые выходят. Шкаф.
Нет, они, ну, синие, так скажем. Я дальтоник, наверное, блядь. Голубенький, ладно. Короче, спускаться надо кто к этому нечистотному или какому-то такому. Нечистотный, да. Осквернённый. Давайте шустрее забафнемся. Чек на пол. Коват с Блэком разберетесь, сами знаете, что делать. Новенькие, надеюсь, знают, что нельзя во время пула покидать рейдовую группу, чтобы не забаговать. Намерно по меткам рассосались. В луне мало народа. В трусах мало народа. Ромб зеленый. Монета, странник. Где есть хил, который меня похилит? В звезде и в луне есть. В луне хила нет точно. Женуэн, Джокера поднимешь. Шторм в луне. Я стою, у меня ничего нет. Не знаю. Ильва. Зеленая звезда, самый край. Помогите. Сука. Ну кто-нибудь. Решал, поднимешься, трэп. Ну исчез, блять. Вы чё? Да хуй знает, что-то на морозе все. Нихуя вы гоните, нахуй. У меня в круге стоят просто. Стоят. А кто в луне из хилов? Шторм. Ну, я в печеньке стою хилю. Что? Нет. На этом другое. А у нас в луне нет хилов, правда. В луне шторм.
Нет, печеньки. Вот Элдрилл теперь есть у нас. А луна зеленая. Хорошо, я бегу на луну. Не-не-не, не беги, стой там. Я же говорил, блядь, где вы были. Ты сказал мне почувствовать на кружок какой-то. Перекидывай дальше, блядь. Печеньку кидай. Трусы зеленые. Большой вылез на луне. Перекидывай дальше. Вон печеньки. Да, Лорес, подойди поближе. Самый край, зеленый, звезда. Кирсгорн, кинь Кирсгорн мне. Или там кто на краю есть. Позор в меня кидай, если получится. Киньте же мне, блять, порчу эту. Кресту. ДДшки, бро, станете страйдера. Кулак, стаунч. Ой, отведите, пожалуйста. Люди по скатам играют, не халтурим. Таунт. Шамановская лужа. Таунт. Yeah.
Чё жмём? Ничего не жмём. Это в банк. О, уха, ура. Тебе нужна эта хрень, что ли? Для ОКХМ, да. На хила. Какая, какая хрень? Ну, пуха, с хостаем по 5. Да. А чё, травма не лучше разве? Может, лучше Аркус уже? Нет. Так, у меня опять мут, начисления все происходят. Ничего там начислять не надо отдельно. А что мы-то пятые, на кого падали сегодня? На Вара. Вара и шамана.